Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза и приручение. Так, котик прожорливый. Он сплясывает за все, что можно. Так, красотка моя. Сейчас на улице 34 градуса. Куда пожаловаться? Давай еще есть. Да. Куда она потащила? Снег не захотела прятать. Такой мороз, ты кого-то прячешь. Все закаменеет сразу. Опять куда-то потащила. Начинается беготня. Это ем, это спрячу. Мокрое все. Она еще кого-то выдумывает. Кого выдумывает-то? Нафиг. Мечется, не знает, куда деть. Кого там все это ровно? Пол один деревянный. Кого-то прикапывает. Сено повытаскала с будки. Прикапывает кого-то. Кого тебе давать-то, я не знаю даже. Все прячешь. И сюда. Тоже потащила прятать.
короче, это не буду запускать в гости. Так тебя запускать не буду. На, убирай. И сюда. Она возьмет и тащит прятать. Холод собачий. Она кого-то еще прячет. Давай сюда. Ну и что там? Не знает, куда прятать. Все в нычках. Ой, снег начала рыть. Короче, не хочет она есть. Она выпендривается. Ну, лапа еще повытаскивай. На. Она прячет все на сегодня. Кота не буду я к ней запускать. Кот все сожрет. Вот ничего, она по несколько кусочков сразу в рот набирает и все вываливается изо рта. Артистка, эти лисы, это что-то с чем-то. Ни кошки, ни собаки. Намного интереснее. Намного причудливее. Ладно, все на сегодня. Не хочет она есть.